Okay, ikke? Godt. Prøv at se her. Han må ikke få lov til at natte nu. Класс, Артур Гат. Det er det, han prøver på, for han tror, at du er træt. Это... Du holder stadig presset på ham. Переменная величина, кстати говоря. Bevæger stadig, flytter hovedet, holder sig frem, og du lægger pres på ham, og du slår på ham. То он выглядит классным боксером, то оголделым рубакой, который забивает все. И самое главное установку бокса. Бокс – это искусство самозащиты. Не дать себя ударить прежде всего. Для этого у Гатти никогда не было склонности. Вот теперь Гатти демонстрирует, что он умеет боксировать. Такой сеанс демонстрации превосходства в защите Артура Гатти. Не может угнаться Дамгар. У него шансы появляются только когда Гатти сам останавливается. Вот как сейчас. На выбор справа стреляет Гатти и попадает. Отпустил. Он решил растянуть этот процесс. Что Гатти почему-то очень часто действует правой рукой в основном. Может быть, что-то слева случилось у него. Был у него ведь перелом не так давно, во время боя. Великолепный раунд в исполнении Артура Гатти. Не знаю, мне кажется, что, может быть, это один из лучших боев за всю его карьеру. И лучший раунд. Чистая работа. You keep that head moving. Keep him in front of you. Don't let him get close to you. When he misses a shot, just spin him. Don't worry about trying to score. Just spin him. Да, Бадди недоволен. Очень недоволен. Вот был успех у Гатти, которым он не воспользовался. И у меня сложилось впечатление, что не воспользовался сознательно. А Макгирт просто взбешен. Гатти рискует, постоянно рискует. Все время, пока он работает с Артуром Гатти, Бадди Макгирт, напоминаю, это сам Макгирт был великолепным профессиональным боксером.
И тренер он такой авторитарный и знающий. Так вот, все время, пока он работает с Артуром Гатти, он борется со склонностью Гатти. Да, наконец-то, кажется, рефери по делу, в общем-то, по делу, конечно, остановил бой. Так вот, эта склонность Артура Гатти работать на публику, вне зависимости от исхода боя, это очень опасное качество, которое просто бесит умного и расчетливого тренера. Видите, что он делает сейчас? Я имею в виду Дамгард. Опять зацепил. За шею противника бьет другой рукой. Запрещено правило. И тем не менее, больше половины всех ударов Гатти наносит правой рукой. А это, в общем, не свойственно ему. Предпоследний раунд заканчивается этого боя. Точка в этом бою. Многие скажут, что рефери поторопился. Я думаю, нет, не поторопился. Дамгард был абсолютно беспомощным последние два раунда. Айда Гатти. Теперь вы понимаете, почему этого боксера любят. Кстати, не только в Америке. Гатти, кстати говоря, после боя с Мейвезером прошел тщательное медицинское обследование. Очень многие боялись, что ему будет очень тяжело. Смотрите, что сделал Гатти. Ударил, попал и пошел назад. Не стал добивать противника. Видите? Вот этот момент. Жесткий, рубящий правый крюк, точно в подбородок. Так Дамгард еще не упал.